Приветствую всех. Я Полина Психей из группы Autobreed. Группа была основана в мае 2004 года в России гитаристами Александром Сибриковым и Максимом Мельниковым. В 2009 году была уже приглашена я. Вот. Ну и наши пути сошлись, и я считаю, что с тех пор как бы группа вышла просто на немного другой уровень. Bye.
Альбом «Burying the Past» был выпущен в 2011 году на лейбле Dark Nagar Records. Собственно, он представлял себе материал, который был записан задолго до моего появления в группе. Вот, и как бы он был записан в совершенно разные периоды, там, эмоциональные и так далее у людей. То есть это можно услышать, разнообразие песен, которые на альбоме. И был вдохновлен такими группами, как Dead, Arcturus, Children of Bodom, Dimmu Borgir, Massive Work и так далее. Вот. Ну, собственно, потом позже пришла в группу «Я», принесла уже свои идеи и свои тексты, которые также были написаны в разные периоды моей жизни, которые я, собственно, принесла с целью сохранить свое прошлое и выйти в новую эру. Вот. Ну, собственно, мы это сделали, и вроде как у нас это получилось.
Самое запоминающееся выступление, это, безусловно, наш первый выход на большую сцену телеклуба в Екатеринбурге на разогреве сольного концерта Children of Bodom. Собственно, видео, концертное, которое сейчас вы будете смотреть, это как раз и есть разогрева Children of Bodom. Надеемся в дальнейшем встретиться с ними еще не раз на одной сцене. Вот. Они, безусловно, профессионалы, безусловно, прекрасные люди. Случай как раз разогрева Арчанами уже позже. То есть, после разогрева мы встретили гитариста группы «Эпидемии». Они были на гастролях в Екатеринбурге. Вот. И, собственно, гитаристу настолько понравилось наше выступление, что я получила приглашение на следующий день сыграть вместе с ними одну их песню. То есть мне надо было выучить «Если нуля»,
и отыграть непонятно, без репетиций и так далее. Но это был необычный опыт, было весело, конечно. Вот. Ну, я справилась, соответственно. Ну, за кулисами мы, безусловно, общались что с Children of Bodom, что с арчанами. Общались со всеми, со всех собрали автографы, с кем-то переписывался по сей день, дружеские отношения поддерживаем. Вот. Ну, не забываем, круто, весело, металл и так далее. Yeah!
запись наконец-то начала двигаться. Эта музыка сама по себе будет разнообразной, как и на первом альбоме, только еще более разнообразной, более, скажем так, взрослой. Концептуальной будут, пожалуй, только тексты. Вот. А музыка, ну, она просто будет там колебаться там от электронщины до оркестровок, скоростных рифов, скоростных соло до практически баллад. А тексты сами по себе будут, ну, на актуальные темы, на вечно актуальные темы. Это про войны, про так называемых царей. Хотела обратиться к группам, которые выбрали тяжелую музыку, что это очень нелегкий путь, и надо идти по нему сквозь все преграды, будет очень тяжело, потребуется очень много лет для того, чтобы достичь своей цели. Но надо идти, не останавливаться, двигаться, развиваться. Фанатам тяжелой музыки хотелось бы пожелать, чтобы они поддерживали своих любимых кумиров, ходили на концерты, слушали,
покупали диски, поддерживали, не бросали. Тяжелую музыку играли.